Здорово, народ, вы на канале Арти, и наконец-то мы дождались нового бога в Смайте. Итак, встречайте Данза Бура. Who are you? I am a humble sake merchant. Beat it. My king, I have many a tale of how my spirit... I got all the sake I need. Okay. If you insist, this sake is reserved for the gods. Wait, I am a god! Proceed. As I was saying, my sake is beyond compare. The gods were captivated by it. They couldn't resist. After one drink, they were singing my praises. They endlessly searched for me. For repeat business, of course. Once they found me, the scene erupted in celebration. And we all had such a blast. I remember Bacchus even told me that he never... Merchant, you have a deed. I'll take your 10 cases. No. Make it 20. Excellent. Enjoy. Итак, это будет коротенькое видео с обзором способностей нового АДК. И да, это АДК, а я как мейн АДК, многие знают, я очень рад тому, что выходит новый АДК. Поэтому давайте погнали, посмотрим на его способности. Сомнительная выгода, пассивная способность. Каждый раз, когда Данза Бура получает золото, он откладывает 10% в одну из своих сумм. Когда сумма оказывается полностью набита, Данза Бура получает бонус к золоту и постоянному прибавку к физической силе, после чего берет сумму больше. Блин, ну, на самом деле прикольно. Чем-то мне напоминает, конечно, Фафнира, но хотелось бы посмотреть это все в игре. Первая способность. Золото дураков. Данза Бура швыряет 3 суммы с деньгами, которые проходят сквозь вражеских миньонов, нанося им урон, и останавливается при попадании в богов. Задетые боги получают урон и отравляются, и роняют золотую монету. Данза Бура и его союзники могут ее подобрать, за что Данза Бура получит 10 золотых. Спустя небольшое время после остановки сумма взрывается. Следующие попадания суммы и взрывы наносят 20% урона. На самом деле очень забавная способность, и этот АДК должен выходить по фарму всегда в топ. Я думаю, это тот АДК, который будет фармить жестко, быстро, собираться быстро, тем самым тащить early и middle game. Вторая способность. Духи-обольстители. Данза Бура отхлебывает саке из бутылки, восстанавливая здоровье. Затем бросает бутыль вперед, нанося урон врагам в малом круге. Бутыль с саке накладывает на вражеских богов в области заряды, замедляя их. А после накопления 3 зарядов провоцирует их без снижения урона. Враги, получившие урон, превышающий 30% их максимального здоровья, раньше избавляются от эффекта провокации. Ну, в целом неплохо. Для АДК так вполне. Далее, третья способность – уловки Тануки. Данза Бура создает область, где он быстрее перемещается, не восприимчив к замедлению, и получает меньше урона от базовых атак. Враги в области замедляются на 20%. Покинув область до ее исчезновения, он исчезает в волшебном облаке, превращаясь в лист, и создает иллюзии, имитирующие его передвижение. В этом состоянии его скорость повышается еще сильнее, и он по-прежнему не восприимчив к замедлению. После паузы, вслед за превращением, атака вражеского бога или самого Данза Бура возвращает его в обычное состояние. Классный эскейп, крайне мне нравятся механики, все выглядит очень-очень добротно.
Ну и самое главное, ультимативная способность «Громовая ракета». Данзабура призывает волшебный лист, который превращается в большую бамбуковую ракету. При подготовке Данзабура может направить ракету на вражеского бога в интервале 180 градусов, либо активировать способность повторно, чтобы самому стать ракетой. После выстрела ракета пройдет сквозь врагов, нанося им урон, и остановится при попадании в бога, нанеся ему урон и оглушив его, а также нанеся 50% урона по области. Слушайте, ну это выглядит очень круто и забавно, и в целом очень много людей на стриме у меня спрашивали мое мнение по поводу данного АДК, и он мне очень дико сильно нравится, как визуально, так и механически. Я считаю, то, что он будет очень сильный в early и middle game, будет быстрее других АДК доходить до лейтгейма и тем самым выигрывать игры. В целом, мы все ждали, я ждал в первую очередь, потому что это АДК, поэтому пока что впечатления положительные. Как только его пустят на лайв-сервер, а вы знаете, что на ПТС-серверах я не тестирую новых богов и все остальное, вот, и поэтому как только его выпустят на лайв-сервер, мы обязательно на нем поиграем, обязательно снимем на нем игры. И обязательно, ну, наверное, нам пришлют реколоры, которые мы будем раскидывать направо и налево на трансляциях. Поэтому ставь лайк этому ролику, подписывайся на мой канал, подписывайся на группу vk.com/smite. Это группа наших партнеров, которые предоставляют нам данные обновления, которые я вам зачитываю, и все в целом. И спасибо тебе за просмотр.